Он лауреат премии «Хрустальная Турандот» за лучший дебют сезона. Петр Кислов! Нет, мне поручена такая честь вас поздравить, Петр, и пожелать вам всего самого лучшего. Ну, конечно, я скажу банальные слова, что наш актерский путь, он, конечно, усеян и терниями, и розами, и шипами, и так далее. В основном больше шипов и терний, но розы встречаются. И сегодня у вас первая такая роза. Мало того, что в замечательном институте страны находитесь, еще к тому же вы получили такую прекрасную премию. Самую красивую, самую романтичную в таком потрясающем месте, в таком замечательном, самом красивом дворце. Я думаю, что это прекрасное начало. И дай Бог вам, чтобы оно было у вас всегда таким. Хрустальная. Очень. Придется соответствовать. Вот я даже не знаю, что говорить. Хотелось бы сказать спасибо многим, но я вот постараюсь сказать одно спасибо. И как-то вот на всех. Спасибо маме с папой за любовь, педагогам, преподавателям за терпение и Московскому художественному театру Олегу Павловичу Табакову и Кириллу Семеновичу Серебренникову за доверие. Грустно так.